Брянский спорт развивается, и об этом говорят не только достижения наших спортсменов, но и количество новых спортивных объектов в регионе. Благодаря инициативе губернатора Александра Богомаза в Брянской области повысили зарплаты тренерам. Более того, решается вопрос жилья. Все, чтобы привлечь молодые и профессиональные кадры. Национальная заслуга губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза за то, что выделил это направление как приоритетное. Задача стояла не только отремонтировать, восстанавливать материально-техническую базу. У нас еще не все сделано, но новые сооружения, новые здания для новых видов спорта появляются. На городе Брянске это тоже видно, особенно последний год. Я искренне хотел бы вот в канун Нового года и пожелать вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом, чтобы ваши успехи были заметны, чтобы индивидуальные успехи были заметны, что вы как тренеры развиваетесь, у вас своя школа, свое направление, свои ученики. Сегодня на территории Брянской области революция строительства спортивных сооружений, спортивных объектов. Больше 75 объектов спортивных построено благодаря программе Александра Васильевича Богомаза. Но он пошел дальше. Да, мы спортивные объекты построить можем. Как оставить тренерский состав на территории Брянской области? И было принято решение. И сегодня он делает это. Он делает для спортсменов. От повышения зарплаты до выделения у сегодня квартир. В преддверии Нового года ключи от квартир получили трое брянских тренеров. Мастер спорта по хоккею Андрей Вахрушев, мастер спорта по легкой атлетике Ирина Сидоренко и мастер спорта по спортивной гимнастике Евгений Шаныкин. Андрей Вахрушев – тренер спортивной школы «Спартак» Брянск. В нашу область переехал несколько лет назад. Теперь тренирует как профессионалов, так и будущих хоккеистов. Слова благодарности губернатору Александру Васильевичу, который в ежедневном, еженедельном режиме решает вопросы хоккея. И по моим простым тренерским расчетам, как воспитать правильного хоккеиста, здорового парня, здесь, на Брянщине, созданы все условия для хоккея за последние 7 лет. Если взять на ледовые катки, клюшки, инвентарь, квартиры, то есть военным языком эта триада создана. Очень приятно, что оказывается такая поддержка. Хочется выразить огромные слова благодарности Александру Васильевичу, губернатору Брянской области, за получение квартиры, повышение зарплаты в Брянской области спортсменам, тренерам. Будем стараться радовать результатам. В честь столетия Министерства спорта Российской Федерации тренеров наградили почетными грамотами и благодарностями ведомства. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Но я от себя отмечу, эта награда не только моя, но и итог работы всего коллектива спортивной школы «Торпеда», где работаю уже больше 10 лет. Мы все вместе трудимся, и вот это признание нашего, не моего, а нашего труда. Дмитрий Белов, Алексей Рязанцев, Брянск.